Петерфуде в большом количестве можно встретить иностранных гостей, и мы, конечно же, не должны упускать возможность пообщаться с ними. Доброго дня. Давайте знакомиться с вами. Как зовут вас? Какую компанию представляете? Chị đến từ công ty Lương Gia, công ty ở Việt Nam. Thì công ty Lương Gia là một công ty dẫn đầu về trái cây sấy ở Việt Nam. Lương Gia đánh giá thị trường Nga là một cái thị trường tiềm năng, vì vậy mới tham gia cái hội chợ này để tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường hơn nữa. Мы из Вьетнама, и компания Lương Gia, наша компания производит сушеные фрукты, и мы считаем рацию потенциальным рынком, поэтому мы участвуем на выставке и надеемся, можно подписать контракты с сетями для развития нашего бренда. Первый раз принимаете участие в выставке Петерфуд? Это наш первый опыт. Хотим попросить вас поделиться впечатлениями от того, насколько гостеприимна кажется выставка вам сегодня. Qua cái đã tham gia qua một ngày hôm qua thì tôi đánh giá là hội chợ làm việc rất là chuyên nghiệp và nó khác hẳn với các hội chợ quốc tế khác, là nó có nó liên kết được các chuỗi siêu thị. Thì qua đây thì là công ty có thể là kết nối được với một số siêu thị và có hy vọng là sẽ ký được hợp đồng với một số siêu thị ở thị trường Nga. За впечатление, первое, это положительное за профессионализм и организаторов. В короткое время мы можем поговорить с разными сетями. Это ваш уникальный формат, нигде не можем участвовать. И поэтому мы очень довольны. После первого дня провели 12 переговоров с разными сетями и некоторые из них с результатами. Сколько переговоров эффективных должно пройти сегодня, чтобы вы сказали, что выставка прошла для вас максимально успешно? Ngày hôm nay thì khoảng bao nhiêu cái cuộc trò chuyện được coi là thành công, thì mình sẽ hướng tới khoảng bao nhiêu cuộc trò chuyện như vậy? Hy vọng thì hôm nay thì đã book được là khoảng hơn 10 hơn 10 chỗ siêu thị. Tuy nhiên thì hy vọng thì có thể là thành công được chừng khoảng 3 chỗ siêu thị là rất là mừng rồi. Сегодня мы записаны на 15 переговоры с сетями и надеемся, что в том числе этих сетей мы можем подписать контрактом с минимально 3 сетями. Мы хотим пожелать вам успеха, пусть этот день принесет вам много полезных и плодотворных контрактов. Спасибо большое. Желаем вам.